Голый энтузиазм или новые дорожные технологии? Героями интернета на этой неделе стали двое весьма странных мужчин. Прославились они занятием, в общем-то, весьма ординарным. Укладывали асфальт. Вот только делали они это весьма необычным способом. По виду двое мужчин на дорожных рабочих-то не похожи, одеты в светлую одежду. Но на пешеходном переходе их вдруг охватывает бурная жажда деятельности. Один начинает забрасывать яму в дороге горячим асфальтом, а второй помогает ему этот самый асфальт укладывать. Правда, никакого катка или другой специальной техники у энтузиаста нет. Впрочем, это не беда. Решает мужчина и начинает утаптывать горячий стройматериал ногами. Пешеходы удивленно оборачиваются на необычных ремонтников, а из окон домов высовываются зеваки с мобильными телефонами. Комментариев в интернете сотни. Многие называют пару активистов изобретателями новых дорожных технологий. Другие недвусмысленно намекают на психические расстройства товарищей. А третьи пишут: посмотрим, сколько такой асфальт пролежит. Может, стоит все дороги так ремонтировать. И правда, чего только в Челябинске не увидишь.